Здравствуйте, дорогие зрители, друзья, приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. У нас холода, все еще холода. Минус 39 сегодня было ночью, но обещают завтра потепление. Но посмотрим. А я вас приглашаю погреться и посмотреть тропические растения, которые я вырастила из косточки. Ну что, друзья, начинаем, смотрим. А начинаем, друзья, мы с авокадо. Вот такое классное, мощное тропическое дерево. Вырастает в природе до 25 метров в высоту. Представляете? Но несмотря на это, оно классно растет и в комнатных условиях. Чем меньше горшок, тем меньше вырастает это деревце. Посмотрите, какие у него листочки классные, резные. Мне нравится вот такой высоты. Больше я вырастать пока что не хочу, чтобы оно вырастало. Потом посмотрим. А чтобы оно не вырастало, я его прищипываю. Вот посмотрите, вот я вот оставила, чтобы вам показать. Вот так вот я прищипываю, не даю расти ему ввысь. Но это пока, потом видно будет. Потом, может быть, и дам. Это деревце авокадо вырастить, конечно, очень даже несложно. Я просто съела авокадо и посадила косточку. Но нужно очень спелое авокадо. Тупым концом воткнула в землю, и все. Это самый легкий способ. Ну, там еще есть другие способы с зубочистками. Нужно держать их над водой. Но это уже другая история. А у меня самый легкий способ. Воткнула в землю, поливала, и все. Кстати, друзья, а вы знаете, что листья очищают воздух от вредных примесей и насыщают их кислородом? Вот такое оно еще растение и полезное. Оно у меня как, я называю, балерина на тоненькой ножке, а вверху пачка. Весной, я думаю, выйдет тут веточка. Я так надеюсь. Листья шуршат как будто бы бумажные. Далее, друзья, второе растение, финиковая пальма. Это тоже очень несложно. Самый простой способ. Съела финик, воткнула в землю, поливала, и все, все готово. Вот сначала вот такие вот листочки появляются, а потом они отслаиваются вот на такие сегментики. Очень интересно, друзья, выращивать из косточек. Наблюдать за ними, как из одного листика выходит много листочков, как они постепенно отслаиваются. Очень интересно наблюдать. Листочки жесткие-жесткие, вот видите, как они отслаиваются. Сейчас поверну. Вот видите, как будто бы листочек такой гофрированный. И каждый сегмент, вот посмотрите, каждый сегментик, вот, раз, два, три, вот видите, вот эти вот сегментики, они все-все в дальнейшем постепенно будут отходить друг от друга. И будут отдельные листочки. Вот справа, видите, отслоился листочек. Отошел друг от друга, вот посмотрите. Здесь тоже, сейчас вам покажу. Вот видите, тоже отошел от основного большого листочка. Наблюдать, друзья, очень интересно. Вот так. Классное. Надо будет пересадить. Вот холода закончится. Съезжу в магазин, куплю горшочек и будем с вами вместе пересаживать финиковую пальму.
Сейчас очень-очень у нас холодно, никуда не выхожу, сижу дома, греюсь. Далее, друзья, инжир сладкоежка называется. Это из семян. Листопадное, многолетнее, друзья, растение. В природе вырастает 6-8 метров, но иногда бывает до 12. А в домашних условиях, ну, примерно 2,5 метра. Листья. Сейчас я подниму повыше. Так, сейчас сначала покажу вам, что у меня здесь два растения посажены. Вот посмотрите, видите, два растения посажены вместе. А листья, посмотрите, какие интересные. Резные, фигуристые. Друзья. Бывают, друзья, и плоды, они съедобные. Да, друзья, вы не ослышались. Вот очень сладкие плоды. Сейчас я вам объясню, как и почему они будут плодоносить. Удивитесь. Вот слушайте, внимание. Соцветия секонии, округлой грушевидной формы, полые. И в секониях, друзья, закладываются и развиваются три типа цветков. Мужские и женские. С короткими и женские с длинными столбиками. Женские цветки с длинными столбиками развиваются в сочные съедобные плоды грушевидной формы, темно-лиловые, 3-5 сантиметров длиной, на длинных ножках. Друзья, они очень-очень легко всходят. Если вот их посадишь, они очень быстро всходят, ну, примерно на вторую-третью неделю. Ну вот и все. Три экзотических тропических растения вам сегодня показала, рассказала. Думаю, вам было интересно. Так что, друзья, высаживайте. Очень интересно наблюдать за ними. Как вырастить из косточек, как они растут, как развиваются. Когда будут плоды, это же вообще шикарно. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать с вами. До скорой встречи. Пока-пока, ваша Оля. Очень скоро с вами увидимся на моем канале. Посмотрите, как Марфушка смотрит, наблюдает за птичками. Я вам в кормушку насыпала корм, подкармливаю птичек. Как она смотрит внимательно. На улицу не выходит, потому что холодно, нос не показывает.